Весна не по сезону наступила на одном из балконов Екатеринбурга. Среди зимы на подоконниках пышным цветом распустились редкие стриптокарпусы и камелии. Такое вдохновение, это минует тебя депрессия или какие-то другие перепады настроения. За 7 лет, что Надежда занимается селекцией, говорит, такого обильного цветения еще не видела. Цветник подкармливает хоть и регулярно, но не часто. В холодное время растения спят, и избыток питательных веществ может только навредить. Сейчас любительница флоры занимается еще и селекцией и мечтает получить цветы стриптокарпуса с зелеными лепестками. Пока таких в природе попросту не существует.